Здравствуйте, 4 сентября, 29 лунный день. Созвездие Буд, Сатикив Бады с элемента Земли. Особенный день для свершения успешных дел. Практики созерцания, медитации, создавать планы, подписание контрактов, договоров, продажи, принятие важных решений для разрешения ситуации, устраняя препятствия во всех жестких и конкретных делах. Неблагоприятно для сватовства, купли-продажи. Стрижка волос к упадку силы. День благоприятен для людей, родившихся в год коровы, змеи. Неблагоприятен годам лошади, мыши и зайца. Ребенок, родившийся в этот день, будет талантом к искусствам, стремлением познать окружающий мир, независим от материального блага. Елгинском Цукчиндуване, Сицхуру, Арамахангал, Сахюсенное учение Будды для защиты верующих. Начало 8 часов утра. Будьте сильными. Для похудения американцы рекомендуют использовать кляп. Японцы питаться водорослями. Французы следить за луной. Индусы медитировать. Худейте так, как нравится вам. Центр снижения веса «Доктор Барменталь». 628-621.